С 25 по 28 октября в Тольяттинском госуниверситете проходила Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Современные проблемы повышения эффективности сварочного производства». В этом году конференция была посвящена 50-летию специальности оборудования и технологии сварочного производства в нашем ВУЗе. Несмотря на заочный формат конференции, форум получился более чем представительным. 90 докладов, география конференции, Томск, Пенза, Астрахань, всего 16 городов России и Берлин. Среди докладчиков – представители промышленных предприятий, а также ведущих вузов страны. Но самая представительная часть конференции, конечно же, ЗТГУ. Мы с вами себя позиционируем как вуз, который работает в направлении базовой подготовки, базовых направлений развития страны. Мы создаем в ноябре-декабре месяце два базовых института в университете. Институт машиностроения и институт энергетики и электротехники. Мы попали в направление развития страны. По таким конференциям люди приезжают разные, у многих идеи. У многих проекты есть. Мы готовы, мы открыты для такой работы. Много чего сейчас набрали по потенциалу. Больше всего докладов было представлено на секции совершенствования сварочных технологий. Впервые в нашем ВУЗе была предпринята попытка провести часть мероприятий конференции в интерактивном режиме. По итогам конференции будет издан сборник статей.